Вопросы экологии и окружающей среды поднимались на встрече главы администрации Таганрога Андрея Фатеева с преподавателями образовательных организаций города, студентами и представителями общественных организаций. Встреча прошла накануне Нового года, а это, как отметил глава администрации, время подведения итогов и составления планов на будущее. В наступающем году на территории города было реализовано более 150 эко-мероприятий. Они были в разных формах, это и природоохранные акции, и научно-практические конференции, конкурсы, праздники. Таганрог сегодня единственная Ростовская область место, единственный город, на территории которого традиционно организуются экологические чтения среди школьников. Проводится летний эколагерь, дневного пребывания детей, а также ежегодно издается экологическая литература. Сборника состояния окружающей среды города Таганрога и сборника ЭКРУ. Это очень важно, мне кажется, действительно, что формы и способы донесения информации о темах экологии они достаточно разные. Кроме того, команда участников общероссийского общественного движения, государственного движения детей, молодежи, движения первых от города Таганрога в этом году принимала активное участие в региональном проекте «Эко-чемпионат». И наше представительство было наиболее многочисленным. Напомню, что губернатор Московской области Василий Чебурдин в следующий год его указан объявлен годом добрых дел. Уверен, что такие добрые дела мы можем вместе реализовывать на экологической ниве. Да? Мне кажется, это очень такая тема как раз для этого подходящая, хотя, наверное, многим из вас предстоит сделать большое количество добрых дел. О своих добрых делах и не только рассказали участники встречи. Она прошла в формате круглого стола. Вместе они обсудили успешные экологические проекты, которые реализуются на базе вузов, техникумов и станции юных натуралистов. О важном для города проекте по сохранению рощи Дубки рассказали члены молодежного клуба.